стрелял из автомата и один раз кидал гранату. До этого он в армии не служил. Насколько законно человека кидать как мясо, а не как действительно подготовленного бойца в зону боевых действий? Никто как мясо наших бойцов и наших людей не бросает. Я сегодня не начальник. Я сегодня не командир батальона, и на этот вопрос я не могу ответить. Но я уверен, что подготовка, если они находились 3,5 месяца в тербатальоне, была. Они же не просто спали. Я знаю, что они несли службу в Одесской области на границе с Приднестровьем. Я знаю, что их перемещали как на блокпостах, так и задействовали на других предприятиях военных. И они также несли службу. Я не могу сказать, что они не получили никакого... То есть вы считаете, что человек, который держал два раза в руках автомат, он действительно готов? Я не могу говорить конкретно. Я говорю непосредственно о тербатальоне и то, что знаю, когда мне докладывали по поводу их обучения.